Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я затроллю Анетку с легальным софтом. У нее прямо сейчас идет стрим, я зайду к ней на стрим, предложу ей дуэль в донате, а сам буду с телефона наблюдать за ней. Я еще не сказал то, что если я проиграю, я ей подарю настоящий АВМ Спорт 2. Потом, ребят, если я реально проиграю, то я ей подарю АВМ Спорт 2. Но учитывая то, что у меня есть вот такая вот штучка, то я вряд ли проиграю. Ну хотя, кто его знает. Все, ребята, прожмите прямо сейчас огромнейший лайк, подпишись на мой канал. Поехали! Идем с тобой дуэль. Я тебя выиграю, я за спецназ играю. Ты дуб. В первом раунде к настоящий киберспортсмен беру Tech 9. Потому что, ребята, если вы тоже киберспортсмен, кем-то пока берем Tech 9. Где же сейчас Анетка, ох, ребят? А она стоит на базе. Да ты шо, моя дорогуша? Я не знаю, что это. Мне зависло. Ты читер. Читак вонючий. А я ты ути-пути. Анетка. Походу на детенку. Нет, нет, она прошла, она прошла. Тут она, тут, вот тут, 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 тут. Ну все, Анетка, я ща тебя на шашлик. Я ща тебя на шашлик. Так. Ага, она убежала в карман. Понял, принял, моя ты дорогуша. 3, 2, 1. Ой. И нема Анетки-то. Да блин, откуда ты узнал? Давайте, короче, я себе, знаете, что возьму? М40. И буду чисто ее троллить. Просто представьте, как же у нее сгорит. Она не понимает, что происходит. Она не понимает, откуда я знаю всю инфу. А Анетка бомжиха, у нее так пистолетик по дропу. Ха! Кем-то ПК, честно, ты похож на читера. Так, ну что, ребят, Анетка сейчас забежала плент. А я бегу, буду обходить через Семочку. И попробую ездить в спину. Посмотрим на ее реакцию. Так, все, ребят, Анетка сидит в кармане. Думает, что никто не знает, где же она находится. Перебегает в ребра. Анетка в ребрах сидит. Анетушка моя, ты девочка. Кен! Анетка тут, Анетка тут! Шухер, шухер! Второй раз! Хорошо. Ты читер! Читер! Да ты шо? Ребята, пока что все идет очень даже по плану. Блин, если бы я был Анеткой, я бы уже по-любому подумал. Ну неужто, неужто Кента пока скачал читы? Но нет, ребята, это не так. Это всего лишь пранк, поэтому надеюсь, Анетка злиться не будет. Потому что я представляю, когда Анетка узнает, что я здоров, или она скажет: Кента ПК без борща месяц, без котлет месяц, без всего месяц. Так, все, ребят, погнали, Анетку затроллим. Погнали, погнали, погнали. Погнали. Анетка прям сейчас сидит вот тут. Можно пару раз по ней попасть. Все, Анетку заруфлили. Я пробежал. Анетка бежит ко мне навстречу, а я убегаю от нее. Я просто убегаю. Я облажался. Ладно, такое тоже. Но бывает, ребят, ничего страшного. Короче, есть одна интересная идея. Давайте еще возьмем М40, и я топать не буду. Просто ни одного шажочка. Просто чш. Все, пацаны, я не я, хату не моя. Просто не топаем. Наблюдаем за Неткой и попробуем ее заруфлить, потому что мне кажется, это будет очень забавно. Анетка стоит на респе с ножичком, хорошо, Анетка. Стой на респе, стой, моя ты дорогая, любимая Анетка, стой, стой, не надо. Анетка, она детёнку. Иди сюда. Ёханый бабай, пацаны. Оказывается, троллить Анетку не так-то и просто. Угу, угу. Ну, ребят, немного стерундели дал. Немного стерундели дал. Все, давайте потихонечку, помаленечку. Анетка. Анетка! Анетка, конфетка, попит табуретку. О, нифига себе, что-то у Анетки проблем по управлению, да? Смотрите, угар. Все, ребят, погнали. Счет 3-1. Я побеждаю, но, в принципе, как и должно быть. Анетка купила эмочку и решила немножко закрысить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ах ты крыса! О-о! Ё-моё, ребята! У меня небольшая проблема. У меня небольшая проблема. То, что Анетка, оказывается, не нубетка. Она играет в стенов-2 умеет. Так, ребята, где она? Где она? Она тут. Префайл. Тут. Тут. Ну! 31 миллион. Хорошо! Я жду, я жду. Пацаны, ну за это лайк. Ну просто сходу лайк, что я творю? Мне кажется, Анетка думает, что я по-любому читак. Блин, пацаны, я только что понял, что я не закупал все это время ходешечки. Короче, ребята, Анетка в темке, Анетка в темке, давайте. Вау! А ну-ка, Анетка, это я, не пугайся. Дорогая, не пугайся. Ай-яй-яй, Кента пока палится, да?
Ребят, как думаете, я жестко спалюсь или нет? Или типа нормально? Она услышала то, что я оббегаю. Анетка, она сидит. Вот тут, сейчас будет справа, чекайте. Раз. Два. Три. Не выходит. Сидит. Так, Анетка, давай к настоящий мужик. Ты читер. Ты читер. И самое-самое главное, возьмем М40. Потому что, просто представьте, как же Анетке будет обидно, если я ее выиграю с М40. Она, наверное, подумает, а, блин, ну я и ну бедка, если у меня даже с М40, она пока выиграет. Так, все, Анетка в темке сидит. Анетка! Блин! Тух, я бросаю в темку, она берет и убегает. Ну, ребят, ну не стань совести. Так, давайте сейчас мы Анетке флешечку бросим. Анетка, с Новым годом! Опа! Нормально. Сидит тёмки, пытаются кента прострелить. Моя-то умничка. Аккуратно. Так, Анетка меня обходит. Анетка не понимает, что происходит. И я, ребят, запланчу бомбочку. Я засяд в ребрах. Все. Вот этот коварный хитрый план. Анетка с Авиком, поэтому, ребята, если что, я думаю, вряд ли она меня замочит. Блин! Да она тоже с щитом играть, походу, или как? Как она узнала то, что я тут нахожусь? Ух, Анетка. Так, надо проверить, вдруг тут два наблюдателя. Не, наблюдатель вроде один, только я. Ничего себе. Я же притом даже не топал. У Анетки Алик, поэтому, ребята, шансы на победу высоки, как никогда. Но Анетка, блин, она боится меня. Так, пацаны, давайте, короче, бросим хаешечку. Анетка вот где-то там. Вот так, надеюсь, попаду. Ага, попал. На 0 хп. Так, Анетка понимает, что шутки закончились. Бросаем флешечку. Оп, Анетка с Новым годом. И бросаем дымка немного. Вот прям в Анетку. Все, давай. Так, Анетка справа. Ну что, пацаны, на нож эту набедку. Опять! Трындец! Вот я не понимаю, почему все когда троллят ютуберов вот таким вот образом. У них всегда все получается. Зато когда кем-то пока решил кто-то потроллить, еще и позорился на видео. Ну ладно, пацаны, ничего страшного. Ну, вы-то это понимаете, ребят. Ну я-то рофлю, я-то играю не на всю силу. Если бы я играл на всю силу, я бы эту нубетку просто бы выиграл бы 8-0 в сухую. Прости меня, конечно, но в этот раз тебе придется проиграть. Анетка конфетка, а в попе табуретка. Так, она приближается. Она заходит в темку, И да, получи хаишечку. Хорошо. Ой, не то кинула. Я дура. Анетка пытается прострелить темочку, ребят. Но она не понимает, что тут кем-то пока в деле. Анетка, что такое? Не получилось прострелить кем-то пока. Так а я, Анетка! Я все вижу! Я видел, где ты находишься. Я прям сейчас вижу, что там Анетка выбит. Давайте посмотрим. А? Так, пока что у нее USP, ничего нету. Купила М16. Думает, это ей поможет. Анетка, мой тебе совет. Текай с села, потому что тебе уже ничего не поможет. Так, почему обратно берем хаешечку и погнали еще хаешечку прям в Анетку бросим. Вот это будет угар. Она тут. Она идет не пушить. Бросай хаешечку прям в нее. Проверка нас. Ты чё вообще? Попал хаешкой на 70 хп, прикиньте. Вот это вор. Бросай флешка еще. Я тут. На нож сажаю. Это было очень палевно. Это было просто максимально палевно. Кент, Реал, удали читы. Тебя разраб не разбанит. Даже если ты ютубер. Анетка по-любому сейчас скажет, Кента ПК, выключай свой софт, ты что творишь? Так, она в чате что-то пишет? Кент, ты читер, смотрите, что пишет. Я понял, то есть у Анетки уже подозрение появляется, да? Что-то тут не так, Кента ПК, подозрительный ты сегодня, что-то слишком. Анетка реально поверила. Так, пацаны, киберспортивная хаешечка. А ну-ка, попаду или нет? Давай. Ай, промахнулся. Ой, ютубер, не ютубер, они тебя забанят. Понимаешь? Но я знаю то, что вот я сейчас выхожу, и можно прям префом выходить. Вот чекайте. Префом. А-а-а! Ох, ребят, чуть не слился. 7-4. Эх, Анетка конфетка. В попе табуретка. Вот так вот. Замочили мы Анетулечку. -26, всерьез? Мне не нужен парень софтер. Короче, пацаны, есть супер коварный план. Давайте прямо сейчас я попробую забрать с ножичка. Пишет софт, мда. Она реально поверила то, что я скачал софт. Анетка, я не такой. Так, ребят, Анетка стоит на респе. У меня есть к вам одна идея. Я прям сейчас беру керабитику
И подкрадываюсь, моя-то дорогуша. Анетка, за девчонку. Так, Анетка в тёмку не идет. Ребят, главное не топать. Я сейчас ее по максимуму попробую зарофлить. Зайду в спину и прям на ножичек. Она сидит в ребрах. Думает, ее никто не знает. Думает, никто не спалит. Анетка, ты шо? Текай с села, Анетка. Анетка. Тише. Валивание. Не палимся, не палимся, не палимся. Вот сейчас будет максимальный ор. Проверка на сна. На софт. Раз. Два. Я не топаю. Три. Сейчас хаезали. Прости. Затроллили Анетку. И притом очень-таки успешно. Я ее на нож посадил, наверное, раз, два, три, четыре. Просто прожмите за эту дуэль лайк. Обязательно подпишитесь. Ой. Че вообще? Анетка, это был пранк. Анетка. Короче, тут был наблюдатель, я не софтер, посмотри. Ну что ж, мои же подписчики, прямо сейчас прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И да, ребята, кто очень халявные промокодики на арканочки, каждый день разыгрываю в моей телеге. Ссылочки тоже в описании. Все, всем удачи, всем пока.